Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении организаторов незаконной игорной деятельности на территории города. По версии следствия, с 2015 года в Иванове работала преступная группа в составе 9 человек. Подпольные бизнесмены закупали оборудование и арендовали помещение, где организовывали азартные игры для узкого круга проверенных посетителей. Казино сотрудники полиции прикрыли в марте 2016-го. Следствие длилось на протяжении года. В ближайшее время прокуратура Ивановской области, названное уголовное дело, будет направлено в суд. Государственное обвинение по данному уголовному делу будет также поддержано представителем прокуратуры Ивановской области. Уголовным кодексом Российской Федерации по статье 171 прим. 2 предусмотрена уголовная ответственность в виде в том числе лишения свободы на срок до 6 лет.